Осень перевалила за экватор, а значит, зимние холода не за горами. Самое время для укрепления иммунитета. Одним из лучших способов профилактики болезни является употребление меда. Тверичане в эти дни имеют отличную возможность пополнить запасы этого полезного продукта, посетив ярмарки, организованные семейной пасекой Тюриных. Более 30 сортов высококлассного тамбовского меда предлагает тверичанам семья Тюриных. Сейчас, когда со дня на день придут настоящие холода, особенно актуален гречишный мед. Гречишный мед отличается от других видов меда тем, что содержит наибольшее количество антиоксидантов. Помогает увеличивать работоспособность, повышать настроение, улучшает состояние кожи, восстанавливает волосы. Помимо меда, здесь можно приобрести и другие полезные продукты жизнедеятельности пчел. Например, прополис или цветочную пыльцу. Повышает иммунитет при ОРВИ, ОРЗ, вирусной инфекции. То, что надо сейчас особенно. Кушать надо по чайной ложке под язык за полчаса до еды. Ярмарка тамбовского меда с семейной пасеки Тюриных работает в ТЦ «Олимп» и бизнес-центре «Тверь» ежедневно, без выходных, вплоть до 25 октября. Все это время будет действовать специальное предложение. 3 килограмма меда можно приобрести всего за 1000 рублей.